сразу с горки. Давай. Весь аквапарк пока что наш. Никого нету. Мы первые. Юху! Вообще огонь! Иди еще с маленьких съедь. Не, с маленьких, вот с голубенькой. Такая более детская горка, но тоже очень крутая. Малыши такие. Иди сюда. Иди к этому, к этому. Можно еще капусту взять? Бабушка. Ты будешь с двух рук будешь? Смотри, так ты руки поменяй, что ты накрест их сделал. Там вот еще курочки ходят, и еще кролики. Только мне челники. И цыплята там, да, вон, как бегают. Чёрненького. Ну, там им тоже целую положили миску капусты. Они туда пошли. Кто еще не знает, тот у тебя. Наблюдаем интересную вещь. Птички играются. А петух за ними следит. Такой папаша прям папаша. Не отходит от них. Что ты злишься? Карина, ты в клетке вместе с кроликами. Ой, бери его, бери. Ой, побежал. Надо было вот, ты же его почти взяла, надо было брать. Все, уже убежал. Ты его замани, замадинь капусточкой. Ну, большого не надо, только маленьких, если брать. Большой поцарапает. Поймала кролика. Ай, какой. Ну как, пушистенький? Да. Да? Ой, такой малышик. Только не кидай, не кидай, да. Положи красиво. О. Вот и там поймала. Карин. Рыбку. Рыбку. Класс. Пусть она плавает, вы пока... Ты пошла еще за уловом? Я пошла за водой. Ну что там, живая еще? Ну да. Во, у нас какой сачок. Да, Карина? Да. Вот мне еще один поймать. А там одна рыбка притворяется, что она умерла. А сама потом начинает плавать. Ой, вторая уже тоже как будто умерла. Вот хитрули. Да, вот это вот Каринин замок.
Это бабушки. За кого голосуем? Я за тебя голосую, Карина. Какой у нас сачок классный. Поймали бабочку. Отпускай ее. Ой, села на ручку. Пока, бабочка. Мы идем в комнату. Подышать идем. Янтарную полюту. Это же не такое ест. Чего? Это почти, это как лес, да. Не почти, это лес. Дружанский санаторий в лесу построили. Класс. Черничку сейчас покушаем. Ну как?